Так это ты протеже Бринильфа, да? По мне, ничего особого ты из себя не представляешь. К слову сказать, есть такое. У меня есть покупатель, который отличается, так скажем, весьма странным вкусом в литературе и ищет некоторые книги. Мне он сказал, что ищет записки сумасшедшего. Писание безумного мага по имени Арандил. И еще говорит, что всего их 4 тома, и их еще попробуй найди. Мой клиент предлагает за них очень хорошую награду, которой я с радостью поделюсь. Тогда договорились? В старости Арандил перебрался в ледяные пещеры под названием Ингвильд. Он предпочитал заниматься своими экспериментами в одиночестве. Только слухи. Когда-то он жил в Данстаре, пока его дом не сожгли. Люди говорят, что он занимался чудовищными экспериментами по оживлению, ритуалами, которые под силу только некроманту. С тех пор, как он ушел в Ингвильд, больше о нем не слышали. Недавно на дороге в Данстар нашли женщину. Она была совсем голая и вся дрожала. Стража от нее смогла добиться лишь рассказов о странных экспериментах и о том, что Арандил все время что-то черкал в дневнике. До встречи. Ты что-нибудь слышишь? А ты еще откуда? Кто там? Хорошо, что я доверяю своему слугу. Кто там? Хорошо, что я доверяю своему слугу. Кто там? Будешь знать. Тут кто-нибудь там есть? Да стойте! Будешь знать.
Смотри в оба. Тут кто-нибудь кто есть? Там? Что? Хочешь подзаработать пару септимов? Могу. Так это ты протеже Бриннильфа, да? Хорошо. Я очень надеялся, что ты не забудешь. Как и было обещано, вот твоя награда. Это часть моей выручки, полученной от клиента. Ага. У меня есть для тебя работенка, если духу хватит.